Добрый вечер. Это 33-я серия проекта «Намедни. Наша эра. Современность, которая успела стать историей». Сегодня 93-й год. Гербалайф, Баркашов, Туркменбаши, референдум «Да-да, нет-да», теннис, царский вид спорта, генерал-лебедь, политик, видеоклипы, ГКО, указ номер 1400 и расстрел Белого дома, подержанные иномарки, появление ТВ-6 и НТВ, Майкл Джексон впервые в Москве. С 93-го года девиз Международной шахматной федерации ФИДЕ «Мы – одна семья» больше не соответствует действительности. Семей теперь две. Чемпион мира Гарри Каспаров и претендент на это звание англичанин Найджел Шорт заявляют, что отказываются играть свой матч под эгидой ФИДЕ и учреждают собственную организацию – ПША – Профессиональную шахматную ассоциацию. Каспарову и Шорту теперь не нужно отдавать 20% в федерацию. Их матч в Лондоне по имени главного спонсора называется «Чемпионатом мира Таймс». Президент ФИДЕ Кампоманес клеймит жадных раскольников позором и устраивает матч между Анатолием Карповым и голландцем Яном Тиманом. Оба они до этого проиграли Шорту в отборочном цикле. Карпов побеждает Тимана 12,5-8,5, но Каспаров с еще большим счетом побеждает победителя Карпова Шорта 12,5-7,5. Шахматных чемпионов два, при том, что лишенного когда-то короны без игры Фишера можно считать третьим.